29 мая, после перерыва, длившегося более полугода, в Даугавпилсе вновь пройдет базарчик на улице Ригас и блошиный рынок в Даугавпилсской крепости. Оба они будут организованы, соблюдая строгие меры эпидемиологической безопасности. Базарчики на улице Ригас, которые за время своего существования стали очень популярными как среди покупателей, так и среди торговцев, порой собирали свыше 100 коммерсантов не только из разных уголков Латвии, но и соседних стран. В последнем октябрьском мероприятии, отмененном из-за обострения пандемии, также планировало принять участие несколько десятков торговцев, часть из них смогут сделать это сейчас. Майский базарчик, который пройдет с 10 до 16.00, по объективным причинам не будет таким масштабным, как обычно. В нем примут участие только местные латвийские коммерсанты, а торговые места будут расположены в соответствии с регулирующими нормативными актами. Тем не менее, ассортимент предлагаемой продукции будет достаточно разнообразен. Можно будет приобрести сельскохозяйственные товары, саженцы, изделия ремесленников, одеяло, подушки, одежду, галантерею, выпечку, мясные изделия, чаи, вина, сыры, восточные сладости и многие другие лакомства и предметы быта. Ценители старинные раритеты в этот же день смогут отправиться в крепость, где с 10 до 14.00 будет работать блошиный рынок. Место проведения остается прежним – площадка у Белой лошади. Здесь все также будет организовано согласно эпидемиологическим правилам. Товары смогут предложить 20 торговцев, рассредоточенных друг от друга на расстоянии несколько метров. Все посетители и торговцы на базарчике улицы Ригас и блошином рынке должны строго соблюдать дистанцию и носить маски. Посещать места торговли просят тех, кто сознательно желает совершать покупки, а не праздно провести свободное время. Поток людей и соблюдение правил будет контролировать полиция самоуправления. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.